что? Когда? Я ее поставляю. Не поехал направо, ну ладно. Сидя. Не знаю. Не исполняю для нее. Часовой концерт. Я репетирую. А вы репетируете? Ладно, да. Заправляться будем завтра. Ну, вот так. Последняя дорога. Последняя ванна, по которой я ориентируюсь. Она еще находится внутри моей спальни. Там не только ванна, там еще есть унитаз. Проеду ли я здесь? Проеду. Это самое безопасное место. Юрик, как звучал Леша, когда ты описал уже эту историю, он поет утром. Просто замечательно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Романа, но вот пришло опять же сообщение, что мы плавно сейчас пришли рассказывать. Осеннюю песню вспоминаете? Вы знаете, есть такой классик жанра авторской песни Владимир Владимирович Егоров. Вот сколько раз мы с ним ездили на разные фестивали летом, и просьба, такая камерная просьба к Егору была всегда одна. Вадик, пожалуйста, только не пой, и я вас люблю, пой дожди. Вот это просто ровно так оно и произошло. Я уже осенью так решил. Нет, ну вы давайте по собственному графику. Что у нас тут такое? Самое время долбить асфальт отбойным молотком. Господи, что же они там ищут? Клад, что ли? Так, ну все, наверное. Сеанс кончается. До свидания, товарищи зрители.